друзья. Сегодня мы с вами посетим еще один петербургский баян, довольно известное, популярное место. И по постройке тоже это красный кирпич, такое дореволюционное здание. Это заброшенный мясокомбинат. Это здание почти на окраине Питера, недалеко от КАДа, станция метро «Звездная». Пойдемте смотреть, что тут есть. Эмблема мясокомбината – это бык, проколотый копьем. Ну и тут, собственно говоря, по мотивам мозаика. Короче, это, по всей видимости, был актовый зал. Тут была вот сцена, на стенах были фальш-панели, которые закрывали вот этот весь, все блоки, все кирпичи, штукатурку. И, соответственно, от зала остались вот сидушки. Мы в какой-то чистой части здания. То есть тут, скорее всего, какая-нибудь бухгалтерия, Возможно, из-за того, что в подвале сыро, а здесь как раз, наверное, вход в подвал идет. Я вижу. Да, и вот оттуда, считай, вся сырость, она поднимается. Короче, именно тут поднимался скот на этот этаж и шел дальше на забивку. Не самое лучшее местечко, конечно. А тут, скорее всего, как раз держали их, пока, там, не знаю, пока очередь не придет. И тут держали всех живыми. То есть тут как раз за ними смотрели, чтобы, ну, проверяли на всякие болезни и прочее. И пахнет, знаешь, пахнет больницей. Кладовая. Это кладовая. Реально запах вот фармацевтики какой-то. Вот тут менее такое стрёмное место, как внизу, где именно забой происходил. Тут не чувствуется такого как-то ощущения стрёмного. По скотолесенке. Блин, прикинь, насколько они сточены. Всё равно жалко. Миллионами копыт, парнокопытных. Да мало того, что загоняют, их еще заставляют подниматься на такую высоту, да, по своей смерти. Ужас. Ну реально же вот неудобно идти. Просто пипец как неудобно. Так, на этом этаже мы были. Может сразу на следующий спуститься. Это место закрыли 20 лет назад, а отсюда все еще запах не вытрался, потому что пипец. Что написано?
общем, такое Санкт-Петербургский мясокомбинат. Ну, если ты тут никогда не был, довольно интересно походить, посмотреть, поразбираться. То есть площадка очень большая. Надеюсь, вам понравилось. Если вы хотите, ставьте палец вверх. До новых встреч.